Желающим вас. Спасибо. А можно еще раз? Сегодня в городе Владивостоке стартовала акция «Георгиевская лента». Это уже традиционная акция в городе Владивостоке, она проходит уже более 5 лет. Ребята из числа студентов, волонтеры города Владивостока раздают георгиевские ленты жителям города. С 5 мая, стоит отметить, что с 5 мая на территории города Владивостока в крупных центрах торговых также будет организована раздача георгиевских лент, и все желающие жители города смогут внести посильный вклад для помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Данные средства, которые мы соберем, будут переданы в городской совет ветеранов, где комиссионно они уже будут распределены для непосредственно точечной какой-то помощи ветерану Великой Отечественной войны.